Знаешь ли ты, что такое буллинг? Буллинг – это травля, когда один или несколько человек преследуют другого, оскорбляют, унижают, отбирают у него личные вещи, а иногда даже избивают его. Эти действия обычно совершаются повторно. В школе ты наверняка видел, как постоянно обижают кого-то из ребят. Проводишь много времени в интернете? Берегись кибербуллинга. Кибербуллинг – это когда кто-то намеренно оскорбляет, угрожает, унижает или вымогает деньги у другого человека через интернет или телефон. Эти действия могут повторяться. Он может писать злобные письма на электронную почту, обзываться в WhatsApp или оставлять обидные комментарии под фотографиями в сети. Послушай несколько советов о том, как распознать кибербуллинг. Если над тобой пошутил друг, он обязательно извинится. А вот во время кибербуллинга за угрозы и обидные слова никто не извиняется. Во время кибербуллинга злая шутка повторяется регулярно, изо дня в день, и в ней может участвовать все больше и больше обидчиков. Запомни, никто не вправе тебя обижать. Ты можешь и должен себя защитить. Подумай дважды, прежде чем публиковать что-то в интернете. Не сообщай посторонним свой адрес, номер телефона или название школы. Не принимай предложения дружбы от незнакомых людей в социальных сетях. Используй настройки безопасности профиля. Если кто-то постоянно запугивает или обижает тебя в интернете, расскажи об этом родителям или другим взрослым, которым ты доверяешь. Это может быть твой учитель, старший брат или бабушка. Никто не назовет тебя ябедой, ведь кибербуллинг – зло, с которым нужно бороться. Заблокируй своего обидчика так, чтобы он не смог присылать тебе сообщения. Сообщи администратору сайта или службе поддержки приложения. Они тебя защитят. Пользуясь интернетом, будь внимателен к тому, что ты пишешь и говоришь, ведь твои слова могут кого-то обидеть. Будь добр к окружающим в интернете и в реальной жизни. Тогда и остальные последуют твоему примеру. Сделай интернет безопасным для себя и своих близких.